Ну и так далее, дорогие друзья, здравствуйте. Полностью это упражнение, как работать над ним, я покажу во второй половине этого видео уже для моих подписчиков на спонсоре. Сейчас хочу, сейчас объясню, почему я его спел. Мы часто ведем речь о таком понятии, как размыкание связок. И оно многих смущает, многие считают на полном серьезе, вот что мы тут пытаемся истинные связки разомкнуть, как при шепоте. Но это невозможно. Это невозможно. И Ведерников в своем мастер-классе, в начале, когда он говорит про этот прием, он говорит: «Я, может, какую ересь скажу». Да, дальше он все время говорит, как бы, на полном серьезе, но он оговаривается. Да, это ересь. Я уже в своих роликах, да и вы же можете видеть, даже в этом мастер-классе, где он не говорит про отметку, но он ее часто там показывает. Вот этот прием, отметку. Второй прием, основной. Как же это можно сделать при размыкании? Размыкание связок – это образ, образ, помогающий нам, чтобы связки работали в щадящем режиме, не пересмыкались и не заставляли нас форсировать, орать и опираться на горло. Фу. И этот прием Александр Филиппович взял не с потолка. Я об этом уже не раз говорил. Вот хочу сегодня прямо посвятить этому видео. И, хотя есть у меня уже отдельный ролик. Это старинный итальянский прием. Называется абандонато. Ощущение вот такой пустоты. И как будто ты размыкаешь связки, и ты такая вот полая труба. Абандонаре. Глагол есть такой. Блуждать где-то там непонятно где, заблудиться или потеряться, то есть как бы, как будто вот ты, у тебя такой потерянный, непонятно откуда, из воздуха берущийся вот этот вот голос, да? Но, естественно, этот прием используется в сочетании с другим, которую Александр Филиппович называется «Отметка». Да, в его мастер-классе он отдельно, я уже 150 раз это повторяю, он отдельно про это не говорит, но мы с ним этим занимались. И я это у него перенял и усвоил. У меня есть несколько видео про эту отметку. И вот сейчас я спел упражнение. Наше основное упражнение, которое есть в мастер-классе, да, где мы нащупываем вот эту самую глубокую точку, облокачиваемся, чувствуем опору благодаря этому и посылаем воздух вот сюда, в коробочку, в маску, в форму. Да. Я его сейчас дополнил, чтобы вы все видели, как работает вот это сочетание этих двух приемов. Размыкание и смыкание, да, то есть как будто бы я. Вообще, многие это критикуют, говорят, вот это не научно, птичий язык. Очень даже научно. Уже новая наука есть. Нейропсихофизиология, психофизиология, нейропсихология. Там что уж, там куча всяких разделов. Потому что невидимыми мышцами мы можем управлять только образами. Мы не можем. У нас нету куча здесь мышц внутри. Да, языком мы можем напрямую. Как пальцами, да? А вот там уже корень языка, допустим, уже сложнее. Да, челюстью
челюсть, язык. Мы можем напрямую. Но внутри, там, сколько всего. Чем мы напрямую уже не можем управлять, и мы управляем образами. Создаем образы. И эти образы управляют уже этими мышцами. Тоже я об этом говорил. Это вполне научно. Ну что толку? Я 100 раз учил уже вот эти все, изучал эти все книжки, где что, какая мышца за что отвечает. Я просто об этом забываю постоянно, потому что, ну это, ну никак ты практически это не можешь реализовать. А мы практики. Главное найти резонанс. Если резонанс есть, то там все правильно работает. В принципе, вообще можно забыть. Что там, открыл ты, не открыл? Вот говорят, Дальмонака зевок не делал. Вот это, кстати, еще как он делал. Вот это, без открытия глотки не придет воздух в резонанс. Просто. Вот это сочетание вот этих приемов. Абандонату. Пунта. 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 От глагола пунджере. Колоть. Вот мы все прекрасно смыкаем, но это не стаккато, и это не куб де глот гарсиевский. Это просто вот мы и потом важно очень тянуть звук ровно в таком размере, как во время этой отметки. То есть это пункта, это не точка. Не имеется в виду точка. Это пункта, это укол. От глагола пунджере. И вот эти два приема. Пунтато. Пунта. Пунтато и абандонато. Они и есть основа. То есть благодаря благодаря абандонато мы раскрываем там, мы создаем вот этот щадящий режим работы связок, а благодаря пунджере, пунтато, вот этой пунти, мы делаем эмиссию связок и высокую форманту, и вот то, что вот у Дальмонака на 100% практически. Поэтому многие не слышат, как у него там открывается, потому что у него максимально преобладает вот этот прием. У-у-у. Там, вот он поет. Но я не буду сейчас Дальмонака показывать. Там. А-а-а-а. Там. Ка-а. Ка-а. Максимально вот это концентрированность сквилло, вот это вот. Это вот, как сказать, максимальный представитель этого приема. Но есть, были, например, другие, Леонард Уоррен, например, который более вот там. Более такой вот укутывающий, как бы такой чуть более матовый голос. Но и то правильно. Просто вот это сочетание вот этого и вот этого, то есть низкой форманты груди и высокой форманты головы, оно и создает индивидуальность. У кого-то 60 на 40, у кого-то 70 на 30, там это, ну, условно все. Ну, у кого-то более вот такой объемный, обволакивающий голос, у кого-то более яркий и более такой сконцентрированный. Но и тот правильно поет. Вы же слышите, певцы великие разные. Вот Гиуров более такой, да? Там Абонально Джайоти более сконцентрированный. Но это оба великие басы, да? И тенора также. Кто-то, сейчас не могу навскидку, вот кого-то противоположного Дальмонака. Но есть. Были наверняка, особенно вот вагнеровские тенора.
Поэтому не надо буквально это все понимать. И вот отрабатывать вот это вот упражнение. Вот это упражнение показывает, что мы одновременно вот это все можем делать. Вот я якобы размыкаю. Но дальше уже, дорогие друзья, это для... Я подробно сейчас покажу, как петь это упражнение уже для моих подписчиков на спонсоре. Пожалуйста, вот смотрите.